Такой у меня аппарат Volvo 960, 95 год. Пробег 235 тысяч километров. Сейчас я его буду заводить. Куда-нибудь поедем кататься. Включаем иммобилайзер. Не успел. Попытка номер два. Ну ладно, потихоньку стартуем. Пока заканчиваю запись. Еду я на университет, на Ломоносовский проспект. Поедем по Кутузовскому проспекту, по улице Минская и дальше. Сука, моя что ли чемодан это типа на демин, блин. Манера. Водитель, сбивший четырех детей с Иркутской области, сам пришел в полицию. Он пояснил, что покинул место аварии, так как испугался ответственности. Мужчина тащил сбитых детей с проезжей части на обочину и уехал. Как сообщает РИА Новости, виновник ДТП дважды лишался водительских прав за езду в нетрезвом виде. Дети возвращались с концерта, который проходил в местном доме культуры. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие подростки сейчас находятся в больнице. Про Ближний Восток. Германия не будет выступать посредником в сирийском конфликте. Об этом пробочка на Большой Грузинской. Для этой цели есть специальный представитель ООН ЛАК, Лагда Брахимейн, которого немецкие власти всецело поддерживают. Пробочка, бляха-муха. Проезжаем зоопарк московский с правой стороны.
Выехал я на Кутузовский проспект практически. Подъезжаем к Триумфальной арке. Вот она. С левой стороны Парк Победы сейчас будет. Поклонная гора. Потихоньку заправились. Едем по улице Минская в сторону университета МГУ.
Подъезжаем к МГУ практически уже. Пацаны на мотиках еще сезон не закончили. Хрустяшки, блядь. Поворачиваю с проспекта Вернадского на Мичуринский проспект. Заезжаем на Мичуринский проспект. Заезжаем на Мичуринский проспект. Volvo, как у меня, 940 на дипломатических номерах, чуть-чуть попроще, чем у меня. Метро, станция метро Университет. Еду в сторону МГУ. Кое-как нашел место себе развернуться. Еду в сторону МГУ.
Все, блядь, нервные, все торопятся. Пидорас на этом ленд-крузере, блядь, корячится. Нахуй я обгонял, непонятно. Гандон, блядь, ебаный. Шишку повезли какую-то с кортежем. Вот и практически МГУ. Что тут у нас? Какой Пассат старый представлен. Так, сейчас мне надо будет разворачиваться, поэтому я съемку пока приостановлю. Нахожусь возле МГУ, Московский государственный университет. Приехал сюда пофотографировать чуть-чуть. Вот моя лапонька. Возвращаюсь домой по Кутузовскому проспекту. Поклонная гора справа. Блять. Придурок ебаный. Мотогонщик еще никак не успокоится.
Харлей.